Новий рік не за горами. Ізмаїльський лісгосп пропонує городянам придбати сосни, які виростили в болградському та кілійському розсадниках. Це не на сосни встановлюємо не ми, це не на сосни встановлюється агентством. Це не на сосни залишились на рівні минулого року. В прошлом году оптовая цена на сосны была 90 гривен метр. Вот. В этом году она поднялась, по-моему, на 5%. Вот, я боюсь ошибиться. Законодателем цен на сосны в городе не мы являемся. Мы занимаем, скажем так, ну, процентов где-то 30 рынка. В этом году мы срезали и реализовали порядка, я боюсь ошибиться, у меня точных данных сейчас нет, около 1000 единиц елок. Сами по себе, сосен, прошу прощения, сами по себе величина сосны у нас имеет реализационная от 1,5 до 2,5 метров. Есть, конечно, единичные экземпляры до 4 метров, но это в школы, в детские сады, в дома культуры. Вот у нас есть еще, скажем так, социальный пакет. Мы по детским садикам раздаем, подшефные школы, у нас есть школы, где есть наше школьное лесничество. Вот туда мы выдаем елки, потому что дети в течение года участвуют как бы в охране и в посадке леса. У нас были некоторые, несколько было таких акций, мы посади дерево, мы садили и в Измаильском районе, и в Болградском районе мы высаживали, и в Килийском районе мы высаживали деревья.